И вновь здравствуйте, господа и дамы, с вами Севен, и мы продолжаем проходить такую прекрасную игру, как Final Fantasy IX. В предыдущей серии мы с вами наконец-то прибыли на Терру. И у нас здесь вообще странное происходит. Зидану говорят что-то, какие-то странные вещи. Что за нахрен? Что происходит, да? У всех есть хвост. И волосы у них такие же, как у меня. Так, мы туда обязательно сходим. Но давайте тогда... Я хочу вот туда, вот там, где сундучишка. О, девочка. Только избранные могут открыть барьер. Наши действия ограничены в пределах этих ворот. Что происходит? В общем, как вы видите, что-то странное происходит. Кругом пацаны и девчонки с хвостами. Просто какие-то братья и сестры. Иначе не скажешь, вон, смотрите, маленькая мартышка. Эй, ребята, что у вас здесь? Вы как дети для меня? У нас нет возраста. Мы были так построены. Щито. Эй, здесь есть место, где можно было бы отдохнуть? Почему вы отдыхаете? Почему? Разве вы, ребята, не спите ночью? Не то чтобы я спать хочу, но... Под ночью вы подразумеваете условия, при котором меркнет свет? Послушайте, у меня нет времени на интервью. Где я могу найти гостиницу? Здесь вход. Прямо здесь, да? Ясно. Вот это что ли? Пойдемте зайдем. Похоже, это хорошее место для отдыха, Дагир. Но что тут такое со всеми? Они все такие жесткие. Я не знаю почему, но у меня плохое предчувствие насчет этого места. Хорошо, сначала дела. Я должен вернуть сюда Дагир. Слушайте, еще раз зря мы сюда пошли. Хотела как лучше, а получилось как всегда. Простите. У вас есть какое-нибудь лекарство? Здравствуйте, могу ли я здесь купить какое-нибудь лекарство? Здравствуйте. Я спрошу, есть ли у вас какое-нибудь лекарство? Почему здесь так много странных людей? У всех есть хвосты, как у Зидана. А если бы я только могла найти несколько растений пима-пима, я бы смогла сделать немного пробуждающего порошка для нее. Но это ли мой счастливый день? Нет. Надо было не так прощать. Но это ли мой счастливый день? Нет! Ага, ты та самая девочка, да? Это ты виновата, что Дагер заболела? Ох, не обращай внимания. Скажи, у тебя совсем нет лекарства? Она скоро проснется. Откуда ты знаешь? Где ваш мужчина? Мой мужчина? Мой мужчина? Ты говоришь о Зидане? Даже я его никогда так не называла. На тебе ничего не светит. Он и Дагер очень близки друг к другу. У тебя нет шанса быть с ним? Скажи ему, что я жду в подземной лаборатории. Ничего себе, с чего бы я взяла... Господи, с чего ты взяла, что я скажу? Эй, куда ты идешь? Какого диоха? Ага, у меня нет времени на это. Эйка меня просто убивает. Дагер. Принцесса, почему вы должны страдать? Черт. В чем дело, Зидан? Ты какой-то сам не свой. А, блин, Фрея, ты посмотри вокруг. В каком смысле сам не свой? Что-то у меня язык заплетается. Извини, я даже не знаю, что на меня намешало. Да, что ж такое? Я просто не могу сконцентрироваться из-за этого голубого света. О. Принцесса, вы проснулись. Из-за чего ты так внезапно потеряла сознание? Я вспомнила. Что вспомнила? Это не шторм разрушил Мадейн Сари. Это глаз на корабле разрушил Мадейн Сари. Ты помнишь? Глаз тоже был там, когда Александрия была разрушена. Да, на ними был огромный глаз, из которого исходил свет. Сейчас когда-то напомнило мне. Тогда Бахамут одичал после дерева Ифа. Да, он был там в небе. Это должно быть тот же самый корабль. Что? Тогда это должно быть корабль, который убил ее величество. Железка. Мне очень жаль, принцесса. Не беспокойся об этом. Мы уже пришли к решению. Этот корабль забрал у меня все. Он забрал моих родителей, мою родину, Александрию. Все. Как ужасно. Дагер, ты в порядке? Да, я в порядке. Нет, это не так. Ты все еще бледна. Тебе нужно отдохнуть. Почему все такие бледные? В чем дело? Не стоит так беспокоиться. Это странное место стало причиной истощения. О.
Эй, куда ты идешь, Зидан? О, да. Это странная девушка. Девушка, которая привела нас сюда, снова сказала что-то странное. Она сказала, что ждала, ждет тебя в какой-то подземной лаборатории. Что за извращенка? Зидан? У Зидана, по-моему, депрессия. Он очень редко в таком состоянии бывает, но когда бывает, значит, это не шутки. Когда голубой свет станет красным, тогда наши души войдут в наши тела. Что? Со временем мы получим души, тогда наши тела начнут расти. Что? Нет уж, фиг, подожди, ты мне ничего не скажешь. Только избранные? Да, давайте туда сходим. Все-таки. Эй, что вы делаете, ребята? Мы превращаемся в сосуды. Что? Хорошо, какой угодно, но, эй, у вас есть мужчина и женщина, и так? Бесполые существа будут испытывать недостаток генетического различия, чтобы адаптироваться к новой среде. Э? Не въехал. Со временем мы получим души. Тогда наши тела начнут расти. Здесь есть какие-нибудь магазины, что вот это за комната такая? Так, интересно. Лезвие крыла. Ух ты, ё-моё, что это? Я догадываюсь, конечно. То же самое, что и пингл. Так вот оно было. Метательное оружие более мощное, чем исходящее солнце. Да. Голубой свет Гаи стал причиной боли для тех из нас, кто был создан цивилизацией Терры. Сопротивление боли также является частью адаптации к окружающей среде. Пребывание и убывание Луны, дыхание планет, движение в неподвижности, неподвижность в движении. Господи, что это за чертовщина? Тук-тук. Могл! Спасибо, Купо, я был заперт внутри, Купо. Давай. Используя свои сбережения, Купо, я открыла для тебя здесь магазин. О, супер. Что продаешь? О. Защитник, посмотрите. Блин. Ой, хорошо, что у нас есть деньги. Светопик. Блин, зачем я покупала все это там? Тратила деньги. Вы посмотрите. Я чувствую, мне надо бежать. О, блин. Зачем я там все покупала? Объясните. Я как жопу чула, что мне там купится. Боже мой. Платиновый шлем, о господи. Доспехи платиные. О боже мой. Слюни-то потекли. Черт. Защитник, о господи. Не, давайте то, что на Зидана сейчас наденется покупать, потому что все остальное... Крага-дракон. О, господи. Мы проверить просто не сможем. Искрящая шляпа. Давайте возьмем ее. Крагу-дракона. О, черт, еще адамантию. Что? Ла-ла-ла-ла. Что еще на тебя наденется? Так, не то. Так, сейчас посмотрим. Глаз за глаз? Так, адамантиевая шляпа нафиг. Искрящая шляпа, вот. Это интересно. Что это дает способности? Увеличивает частоту контратак. Ну это надо с контратакой, да. А, нет, знаете. Не вариант. Сейчас. Что у нас там еще-то было? Что мы еще взяли? Я не помню, что мы взяли. Почему у меня нет самое? Ладно. Ух ты, ё-моё. Так, хорошо. Берем крагу дракона. Раз. Вилка бистро, кстати, у этого есть. Хорошо. Это все потому, что мы молодцы и жабок ловили. Скрещивая шляпка. Ой, нет, слушайте, что-то мне жаба душит, честно. Давайте лучше возьмем защитник для... В общем, вы поняли. Цвета пика, о боже, слюни потекли. О, господи, как это тяжело. Я не знаю, просто, а что если защитник, он так себе? То есть он, конечно, повышает, но... Вряд ли так себе, да? Давайте возьмем все-таки его. Это я пожалею, если я не возьму, честно.
Корона. Блин, здесь реально нужно прокачиваться. Бегать вот тут и качаться. Потому что это сюда. По идее, боев 20 надо будет провести, чтобы 1040 было сразу. О, господи, кошмар какой. Хоть серию прерывай, ей-богу. Чтобы пойти вкачать. Я думаю, я не помню, как будет ли у нас возможность. Мы пришли сюда просто нищими. Почему я купила Крагу Дракона? Это нормально? Максеть. Что такое Максеть? Я никогда не слышал купо. Ты хочешь использовать Максеть? Мне нужно, чтобы ты доставил почту. Я хочу, чтобы ты доставил письмо для Мозми. Хорошо, спасибо, Купа. Так, давайте экипируем сперва, что у нас там было. Креги Дрейквины. Не то, чтобы она была очень... Прям, кстати, можно было ее не покупать тогда. С учетом этого. Ну да ладно. Давайте оденем, посмотрим, как оно на нас сидеть будет. У нас есть что-нибудь такое хорошее. Пояс силы. Давайте возьмем. Так, я хочу в способности ему прописать... Где там это было? Так, во-первых. Во-вторых. А, вот оно. Восстанавливает ее, если при смерти автоматически. Полностью, что ли? Да ладно. Да не верю. Может, контратаку все-таки берем, она не очень часто действует. А вот восстановление ее же мне пригодится. Повреждает врага при краже. Священная защита. Давайте вот так попробуем. И запишемся до кучи. Ну давай. Ой, я что-то так нервничаю, потому что, не дай бог. Я куда-нибудь сейчас приду, там будет сюжетный виток, которого я не помню. И мы ничего не купим. Здесь столько всего. Господи, зачем я там покупала? Зачем? Просто зачем? Хоть грузись туда-обратно. А, ну это, конечно, бред, проще прокачаться. Мы, Суда, должны много тренироваться, чтобы поддерживать здоровье. Суда? Что есть Суда? Ты их так называют? Так, если там гостиница, то что тут? What the fuck? Слабый отблеск планеты — это ее дыхание, признак жизненной активности, вызванной циркуляцией душ. Пока планеты вращаются, души текут. Мимолетные знания бесполезны для судов, но информация дается, чтобы предотвратить умственную атрофию. Цветы планеты индицируют ее форму. Гая голубая, тара красная. Течение душ означает, что у планеты есть жизнь. Остановка душ означает смерть планеты. Круто. Так, вот туда, по-моему, если мы пойдем, там как раз-таки будет эта лаборатория, поэтому мы пока туда не пойдем. Так, а тут что? Это выход. Ага, хорошо. Что, мне показалось? Здесь что-то было? Показалось. Так, тут у нас что? Я не помню. А, тут мугл. Стоп. Ты что тут делаешь? Вы хотите купить алмаз, эфир, эликсир? Хотим. У нас, правда, денег, по-моему, нет. Нет, есть. Спасибо, приятель, я могу продолжить свое путешествие на эти деньги. Алмазик — это очень хорошо, потому что там должен быть какой-то идеал, он просто обязан быть. Алмаз. Восстанавливать ешь нельзя применять в поле. Не, блин, так не посмотреть. Ладно. Слушайте. А, не получится, да? Что если продать все, что мы накупили? Это, конечно, идиотизм. Ну что поделать? Вот это продать меч льда.
Нафиг его. Динай Пика, я до Маламии. До свидания. И Фрилок тоже до свидания. Не, ладно, это оставим пока. Хотя вряд ли нам уже пригодится. Хотя, не знаю, сложно сказать. Создаем острые вилы. Вдруг пригодится. Вдруг там какая-нибудь мега-вилка будет. Ну, квин, хотя нафига. Просто это химеры. Серебряные вилы. А, давайте продадим, черт с ними. Алмазные перчатки. Протяжная лента, нафиг ее. Продаем. Это тоже продаем. Здесь все лежит то, что не экипировано, кажется. Что? Надо же. Золотая броня. Продаем. Тоже. Сколько у нас, интересно, сейчас денег будет? Сапоги пусти не продаем. Ботиночки. Ботинки мага 3000, что ли? Офигеть. Сапоги с пером. О, как много. Какая прелесть. Продаем пояс силы. Это, видимо, все, что здесь редко, продается задорого, да? Кирминус боты. Продаем. Доспехи. Нет, я не помню, что это за доспехи, поэтому. Мощный жилет. Одну штучку выкинем. Молитва девы. А, один гил, смешно. Тоже один гил. Рода. 150. Эфриловый грохот, сабля огня, нафиг ее. Тяжелый пик. Так, хорошо. Сколько у нас теперь денег? 47 тысяч. Ну вы посмотрите, да? Выкинули ненужное. 47 тысяч. Мы в раю. Защитник уже взяли. Святая пика. Ой, я не знаю, прям брать или нет. Ну придется на всякий случай. А, крага дракона. Давайте еще одну. Нет, даже две возьмем, потому что у нас вон он. А вон он, что творится. Защитные перчатки есть. Корона не нужна. Скрещенная шляпа. Вот, я вот ее хотела. Давайте возьмем две пока что. Потом посмотрим. Скрещенная шляпа лучше в любом случае. Смотрите, 41, 42, а тут 38, 37. Платиновый шлем. О, боже мой. Что тут еще есть? Пласт мне... Вот это, мне кажется, стоит взять хотя бы для Штайнера пока что. Да. Платиновый шлемик тоже хотя бы для Штайнера. Что тут у нас еще есть? Ой, хорошо-то как. Сразу как-то похорошило мне. Так, кибирёвичка. Еще разок. Вот она, шляпка моя, да? Ладно, давайте возьмем. Там для Зидана точно ничего не было, я не помню, что так. Я сейчас ничего-то ничего не соображаю. Ну, после бессонной ночи мне можно. Так, еще разок. Крага у нас есть. Корена, искрящая шляпа. Жилет демона, есть две штуки. 35-37. Сложный выбор. Мы, кстати, купили святую пику? Не купили, конечно же. Почему? Надо купить. Все, побежали. Я прям даже не знаю. Где мы еще не были? Здесь есть куда сунуться? Нет? Так, это мы, конечно, сейчас не откроем ничего. Конечно, мы не избраны. Ух ты, это отталкивает меня. Но мы не избранные, по всей видимости. Мененео. Мененео. Менене. Мана, мана. Мана, мана. Так. Эликсир, это хорошо. А почему Даггер опять валяется? Принцесса, почему мы должны страдать? Мы все страдаем. Ты хочешь уже отдохнуть? А, да. Почему Фрейя предоставляет нам услуги гостиницы? Ну ладно. А лишним не будет. Все в порядке, я смотрю за Даггер. Ну смотри. Принцесса, ты не хочешь со мной поговорить, нет? Ну не надо. Пойдемте к этой хвостатой девочке. Зидан не вписывается у меня в повороты. К
Как всегда, впрочем. Так, там вот нет ничего тут вот заныканного. А так выглядит. Видимо, нет. Шо? Мы измеряем их способности для нашего исследования, чтобы создать и вырастить большой геном... больше геном. А по-русски. Ответное значение 356. Что происходит, а? Замер активности 525 превосходит основное значение. Эй! Так вот что происходит. Я должен был догадаться. Итак, это ты и хочешь мне показать? Да, я рада, что ты понимаешь. Я не хочу понимать. Прости, но мне это не нравится. Я имею в виду все эти парни с хвостами, которые выглядят как я. Они просто кучка зомби. Они мои сверстники. Мы геномы. Мы живем в деревне. Геномы? Это так их называют? Не только их, но и тебя, и меня тоже. Это имя семени было дано нам всем. Это имя геном. Какое разочарование. Кто мог подумать, что дом, о котором я так тосковал, окажется таким? Неудивительно, что я так и не нашел его. Это даже не Гая. Почему ты несчастлив? Ты вернулся к месту своего рождения? Счастлив? Вы, ребята, можете испытывать эмоции? Посмотри на них, посмотри на их пустые лица. Что мы можем сделать? После всего мы так сделаны. И мы так сделаны, чтобы смотреть друг за другом и работать вместе, как бездушные геномы. Да чего это все? И так уже все ясно. Как я мог вырасти нога, если я родился здесь? Я живой, у меня есть душа. Почему все здесь такие... Потому что ты особенный. Что? Мы простые сосуды. Тебе была дана более значимая цель. Желание Гарланда абсолютно. Гарланд, кто это? Эй, стоять. Гарланд наблюдает за этой планетой. Его миссия — восстановить людей Терры. Восстановить людей Терры? Ты имеешь в виду других людей? Они просто сосуды, как я и как ты. Но настоящие люди Терры спят уже много веков, ждут, когда придет их время. Когда придет время, свет этой планеты изменится от голубого к красному, и Гая станет Террой. Подожди секунду, так люди Терры захватят Гаю? А какая еще может... Еще-то может быть. Терра всегда поглощает новые планеты, чтобы выжить. И когда придет время души, людей Терры оккупируют оккупирует, может, геном. Таково восстановление людей Терры. Почему они такие скучные? Что? Почему они просто не сотрут нас магией, как они делали это с Александрией? Однажды Гарланд пытался использовать более сильный метод, но у него ничего не вышло. Тогда ему надо просто уйти и оставить Гаю в покое. Из-за этой неудачи ему пришлось ждать очень долго. Ждать, пока цивилизация Гаи накопит огромную энергию. Энергию, чтобы использовать Эйдолоны. Вот почему вы атаковали деревню и разрушили Александрию. У планеты есть циркуляция душ. Души рождаются из планеты и потом возвращаются в нее. Гарланд хочет получить контроль над этим циклом. И, как предполагалось, ты должен был помочь ему достигнуть этого. Что? Гарланд ждет тебя. Пойдем. Что это ты делаешь? Мне наплевать на все эти Терры и Гаи. Зидан еще не вернулся. И Даггер плохо себя чувствует. Интересно, где он? Эйка. Нет, Даггер, тебе еще нельзя вставать. Я в порядке. Послушай, я хочу кое-что спросить. А? Просто скажи мне, я все сделаю. Я хочу, чтобы ты нашла Зидана. А? А, конечно. Да, я поняла, ты ревнуешь. Нет, я... Просто у меня есть предчувствие, что случится нечто ужасное. Хорошо, я найду его. Просто лежи здесь и отдыхай. В это время место, называемое домом. Ай, какой большой камень! Почему вы все смотрите на камень? Этот камень съедобный? Или он для барбекю? Нет ответа. Я думаю, я его полежу. Ты не отвечаешь, значит, не возражаешь, да? Очень соленый. О, кто это?
Ты что делаешь? Что ты здесь делаешь, Зиден? А, привет, Квина. Ты стоишь здесь, ничего не говоришь? Ты как другие чайники, а разницы нет никакой. Говорят, что у всех где-то есть двойник. Здесь таких, как ты, много. Мир — странное место, не так ли? Да, я полагаю. Зидан, в чем дело? Ты не похож на себе? А, нет, ничего, я всегда остаюсь с собой. Кроме того, это не только я. Ты тоже сейчас похож на своего учителя? Конечно, мастер Куали, Ку-клан. Мы одинаковые. Да? Я полагала, что все выглядят одинаково. Возможно, ты прав. Что он сказал? Одна раса? Так, отлично. Принцесса, да? Почему должны страдать? С Зиданом все плохо. Где сердце? Там, где сердце. Простите. Что вы здесь делаете, ребята? Да, этот голубой свет очень красив, правда? Тебе он тоже нравится, правда? Ты выглядишь... Как голубой свет, это как так? Свет нам неприятен. О, неужели? Это та самая девушка? Эй, Зидан, что ты делаешь? Что ты подразумеваешь? Что ты делаешь, Виви? Я пытаюсь разговаривать с народом. Этот мальчик, похоже, мой ровесник и все такое. Ты теряешь время. Они не дадут тебе конкретный ответ. Но я думаю, что смогу достучаться до них. Ха, я удивлен, что ты так думаешь. Я не знаю почему, но я... Мне кажется, мы похожи. Похожи? Что ты имеешь в виду? Я знаю, они похожи на меня, но... Нет, не так. Они как черные маги, которых мы видели на грузовом корабле и в Клейре. Конечно, мы не похожи на них, но я вижу одну вещь. Их разум не пуст. Я думаю, что их мысли просто немного схожи. Не пуст, да? Эй, куда ты идешь, Зидан? Зидан? Стой, я женщина. Что за походняк? Повышенное признание визуального симулирования — необходимое условие для тел, используемых как сосуд. Все поняли, молодцы. Где мы, господи? Так, стоп. Да, там же сундучишка был. Подожди, дай взять. Ах ты, черт. Правда. Эй, куда ты меня ведешь? Я сказала тебе, ты собираешься увидеть Гарланда? Да, конечно, но это дорога прямиком к смерти. Вот дорога. Видишь? Ты можешь найти его через портал. Он обитает там, где спят души. Плавающий замок, где души ждут своего времени, пока их не освободят. Хаос. Ты не попрощаешься со своими друзьями? Мне не важно, кто я. Я родился здесь, так? Если так, тогда я враг людей Гаи. Ты быстро учишься? Не допускай эту ошибку. Я не буду на твоей стороне. Я только... Если мы действительно родственники, тогда... Тогда я хочу позаботиться об этой маленькой семейной проблеме сам. Плохо дело. Очень плохо. Бежим. Амарант. Скажи, Амарант, Зидан пошел сюда? Да, похоже так. Он был очень серьезен. Я знала, что что-то не так. Пойдем его искать, так? А? Я пытаюсь сказать, что пойду с тобой. Улавливаешь? Сечешь? Так, что у нас там по части? О боже. Уэйка — лечение 3-го уровня, а у Гарната его что-то я не нашла пока что, по крайней мере. Это меня печалит. Хоть на Эйка переключайся, блин. Это, конечно, не вариант. Зеленый беретик. Скрещи счастливо. 43-31 или 22-42? Конечно, 22-42.
Магия падает. Но уклонение возрастает. Но магия падает. Света стоит, ботинки для бега стоят. Так, что у нас тут? Все было. Магическая защита 39, да, офигенно. Ой, что я убрала-то? Брослет эгоиста. Не слишком. Это зелье. Ой. Мы, кстати, могли бы вернуться к этим, взять их с собой, например, или нет? Вряд ли. Потому что они, по идее, должны нас догнать, да? Сами? Или вообще не должны догнать? Эй! Нет. Понятно. Ладно, пойдемте так. У нас очень скоро будет очень неприятный бой. Очень неприятный. Я надеюсь, что там будет все более-менее нормально. Теперь ты слушай меня. Где ты видела Зидана? Он шел один на встречу с Гарландом. Гарланд? О, какое зловещее имя. Но Зидан не оставил бы нас. Он ушел. Да, он ушел, чтобы найти причину своего существования. Лгунья, это ужасная ложь. «Я враг народа Гаи», — сказал он, когда проходил через ворота в хаос. «Мы должны сказать остальным». Рай предоставляет блуждающим душам вечный покой. Жопа, короче, происходит. Так это и есть проклятое поместье Гарланда? Судя по плохому вкусу в оформлении интерьера. Хорошо, настало время научить этого тирана кое-чему. Обязательно научим. Так, мы точно после этого ничего не покупали, это я уже боюсь. Крэг-дрэкуэля, да, все хорошо. Ставляем как есть. Какой там вариант такой был хороший. В общем, ладно, давайте тогда на этом прекраснейшем моменте завершим данную серию. В следующей серии пойдем говорить с Гарландом. Вы его уже видели и не один раз, но если кто-то не помнит, вы вспомните его. А, в любом случае, что делать, вы знаете, если вам понравилось или не понравилось. И, в общем-то, увидимся в следующей серии. Всем огромное спасибо за ваше внимание. С вами была Севен. Всем удачи и пока-пока.